мужа Пугачёвой женили на другой. На страницах нескольких СМИ вовсю обсуждают слухи о возможном разводе примадонны. Уже и причину назвали. Роман Максима Галкина и его коллеги по телевидению Юлии Барановской. Новость подхватили соцсети и понеслось. Дошло до того, что появилась информация о беременности ведущей Первого канала. Поэтому сюда чат интернет-пользователей артист вернулся к любовнице, которую до этого оставил, чтобы сохранить семью и карьеру. Теперь, заявили подписчики, Галкин нарочно игнорирует жену и на светских мероприятиях находится подальше от нее, якобы намекая, что больше не испытывает чувств к примадонне, передает Влад Тайм. Мало того, продолжили развивать тему этакие всезнайки. Вполне может быть, что супруги даже начали процесс расторжения брака. Неспроста же юморист в последнее время редко публикует совместные фото с певицей, а замок, в котором жила вся семья, на самом деле уже заброшен, что заметно по инстаграм Максима. Барановская и Галкин вовсю готовятся к свадьбе, заявили в сети и пояснили, что парочка оформит отношения пораньше, чтобы показать всем, что ребенок зачат не во время случайной связи. Между тем, слухи о разводе Максима и Аллы Борисовны будто косвенно подтвердила сама Юлия. В соцсети телеведущей выложен снимок, на котором она изображена с подругами в салоне самолета. «Полетели с девочки в Сеул», сообщила в подписи к фото Барановская. И это дало почву для подозрений, что возлюбленная Галкина отправилась организовывать девичник. А еще раньше она похвалилась шикарным нарядом, в котором появилась на модном приговоре. «Наверняка это свадебное платье», – завопили поклонники. Сами звезды ситуацию не комментируют. Алла Борисовна и Максим Галкин молчат. А на вопросы журналистов юморист только отмахнулся. «Я не даю комментариев. Я вас умоляю. Не надо мне никогда звонить ни по какому поводу», – заявил он на днях телеканалу 360. Между тем, на днях знаменитые супруги с детьми, как ни в чем не бывало, посетили праздник, который по случаю дня рождения маленькой дочери устроил композитор Игорь Николаев. Торжество было грандиозное, и что-то незаметно проблем у примадонны с ее молодым мужем. Напротив, ясно видно, что на самом деле все хорошо. Фотография популярного артиста и шоумена, супруга Аллы Пугачевой и Максима Галкина, обнимающего известную телеведущую Дарью Спиридонову, наделала много шума в интернете. Многочисленные поклонники юмористы заявили, что ему нужна молодая спутница.